Зовут? Я Бочаева Елена. Я Большевский Александр. Бочаева Елена. Бочаева Елена и... Большевский Александр. Замечательно. Вы студенты... Государственной полярной академии. Второго курса. Филологический факультет. Замечательно. Французской филологии. Это прекрасно. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы о объединении Государственной полярной академии и Гидромета? Да, да, знаю. Да, мы слышали об этом уже давно. Наша старость президентства совета, она нас просвещает. И как вы относитесь к этому объединению? Ну, в общем, хорошо, но мне кажется, что это сделано для того, чтобы уменьшить количество бюджетных мест, возможно. Мне кажется, что это нас никак не коснется, так как мы филологи и мы точно никак не связаны с Гидрометом, вот, в отличие от продопользователей. Поэтому я думаю, что это никак нельзя оценивать нам. Так что нейтрально. Ну, вообще, если мы из академии превратимся в университет, это будет для нас полезно, потому что университет, ну, на высшем качестве пенте, чем академия. А как вы общались с преподавателями, спрашивали, какое их мнение? У них очень странное мнение на этот счет. Они, собственно говоря, его не выказывают. Вот так вот делают. Говорят, будет, что будет. Мы тут ни при чем.